Привет-привет, это канал с самыми актуальными новостями из мира высоких технологий. Несмотря на то, что Россия не самая мотоциклетная страна, на улицах городов, на проселках вдали от цивилизации и на гоночных трассах немало фанатов двухколесной техники. И для них в 2020 году было немало премьер, о самых ярких из которых мы и расскажем. BMW M1000RR Superbike BMW S1000RR – одна из самых ярких моделей за всю историю мирового мотопрома, а дебютировавшая в 2020 году версия BMW M1000RR стала первым в истории бренда M-мотоциклом. Если раньше литера M была символом заряженных автомобилей BMW, то теперь фирменным триколором немцы украсили и 212-сильный супербайк. Мотоцикл, собравший в себе самые передовые технологии, станет грозным трековым орудием для всех поклонников пилотажа на гоночной трассе. Докатим Altistrada до V4S, если вам по душе вылазки на природу, то стоит присмотреться к новому Докатим Altistrada до V4S. В итальянском эндуро сочетается фактически сразу несколько мотоциклов: на 170-сильном байке комфортно в городе, на асфальте загородных трасс и на пересеченной местности. Инженеры итальянской марки на славу поработали, чтобы сделать максимально универсальный мотоцикл, который с помощью обширного каталога фирменных опций и аксессуаров можно адаптировать под свои цели и потребности. Триамы в Trident 660 тем, кто выбирает мотоцикл в качестве чисто городского транспортного средства, подойдет новый Триамы в Trident 660. Универсальный 80-сильный Рачтер с характерным для марки трехцилиндровым мотором идеально подойдет для жителя мегаполиса в качестве универсального средства с городскими пробками. Ну а кроме того, британский байк предлагает традиционно обширную программу персонализации, которая превратит мотоцикл еще и в средство самовыражения. Бонус-байк, Harley Davidson Pan America 1250. Легендарный американский бренд ассоциируется с бескрайними просторами, уходящими за горизонта лентами асфальтовых дорог и бородатыми брутальными байкерами, но никак не с покорением бездорожья. Но после выпуска электробайка Leviewer в Harley Davidson не остановились и готовят очередную нехарактерную для бренда новинку – туристический эндуро Pan America 1250. Мотоцикл официально покажут в начале 2021 года и тогда же выведут на рынок, так что вскоре культовый бренд можно будет увидеть и на асфальте, и за его пределами. Если видео было вам интересным, пожалуйста, поставьте лайк и подпишитесь на наш канал.